Сегодня у нас 27 июля 2018 года, пятница. Меня Игорь Барабаш привез сюда. У Татьяны встретились, а вот Галина Александровна Загуляева встретила меня по разным организациям. Как спасти музей, который покушается прокурор Мамонтовского района на основании статей закона разрушить. Ну, по разным политическим партиям здесь и рядом были в «Единой России». И заглянуть, я говорю, давай заглянем домой. Вот оно где. Это у меня голуби. Мне надо слазить, посмотреть, как они тут. А тут и дикари есть, и беляки. Вот они где. Виноград тут растет. Тут непонятно что. Я садил картошку. Картошка растет. Видно. Вот так. Ой, голуби мои, голуби. О, дубоносик где. Вода налита. Вот два тазика. Да вода чистая. Я сейчас туда полезу. Посмотрю. А, этот приезжает тут у меня. Ставит. Ну все. Посмотреть, как тут. Вот она у него здесь. Ой, какие цветы. А тыквы, тут картошка у меня. Все завалило. И картошка растет. Не знаю, здесь есть, нет, колорадские жухты. Не видать. Как богато. Щели вот посмотрели. Все, слава богу. Интересно, яблоки есть или нет. Ну, видать, есть. Маленькие яблочки висят. Ладно тогда. Все хорошо у нас. Вы куда приездили, говоришь? Ездили с этими, за фруктами-то. Кто вам там продавал? Ну там рынок, узбеки там продают. Но. Вы кого убрали там? Ну, мы не знаем, как их зовут. Там много этих оптовых точек. А нам же в лагерь побольше надо брать. Но мы и приехали. А приехали, получается, после службы. Настю попроведали. И на службе были. Батюшку приглашал отец Дионисий, если не ошибаюсь. В понедельник у них был престольный праздник. И мы там побыли на службе, потом поехали Настю попроведывали и за овощами-то. Ну и там и узбеки, они так уважительно к нам отнеслись, подешевле нам сделали. Так что... А вам, говорит, как-то они не русские что-то брали? Ну да. Как они вас встретили? Ну они, видимо, удивлены были или как, но улыбались очень широко. Один меня прям взял за руки, взял и держит, не отпускает. Я, говорит, вам дам подешевле, если вы так просите. А у них получается оптовая точка. Нам надо было 2 килограмма чеснока. Он только ящиками продаю. Но я пока держала чеснок, говорю, ну тогда возьмите, мы пойдем поищем, где нам не ящиками продадут. И он в этот момент меня за руки-то берет и держит. Ну раз вы просите, я вам продам 2 килограмма. Ну продал нам еще и подешевле цену снизил. То есть он вас увидел что-то, может быть, сестру, жену, дочь. Одеты, как они, целомудренно у мусульман одеваются. Ему надоело. Мне один сейчас пишет, найдите мне, познакомьтесь с женой, древле православная, а не какую-то шалаву. Это я должен определитель послать, подставить ее, ага, так, шалава, отойди в сторонку. Значит, как-то на или персты показать, или еще. И на второй раз уже запрос сделать. Ну, где я его возьму? Я не знаю, даже сижу по Теряевке-то.
Да и тебя не знаю, кому. Сейчас полезу я наверх. Ладно, я выключу. Хочешь еще сама посмотреть здесь? Пройди, прокомментируй пока. Сходить. Идет, замещай, идет. Видишь? Да, вижу. Цифры бегут. Вижу. Побудь тут. Все, поищи, покажи, я слажу, посмотрю. Хорошо. Что там делается? Опа, покажи мне. Давай. Ой, как я тут. Нога будет левое колено болит. Натя Тихоновича сильно болит левое колено. Это я уж вам так по секрету скажу. Сейчас ходили с ним, он прям хромает. Так-то бодрится, но хромает-то ладом. Ну, ладно, сюда не надо, все. Хорошо, не полезно. Пойду по цветам. Такие белые цветочки. Самую малость пахнут. Сестры ухаживают. Картошечку посадили. Деревца. Это новенькие деревца. Яблонька. Бахчи какие-то. Сейчас заглянем, может, не... А, вот она. Вот она, тыковка растет, малюсенькая. Это вот у нас на территории храма. Нынче привозили много дров. Братья складывали, и сестры помогали. Какие молодцы. Жаль, меня не было, я не успела. Приехала, а уже все сложено. Наши сарайчики. Один до второй. В этой половине Надя Тихонович живет, а в другой его супруга Надежда Васильевна. Тут у него тоже какая-то зелень посеяна. Сейчас мы полюбопытничаем. Ну, зелень чистотел. Нет, есть какой-то чесночок. Вот. Да-да, вот он. Чесночок у них тут растет. Виноградинки посмотрим, будет нынче виноград или не будет. А, будет, будет. Не вижу, что снимаю. А, вот он, вижу. Будет виноград. Зеленый тут виноград такой. Ой, слюнки потекли. Вот. Яблоки, смотрите, какие яблоки. Вау, это красное. Это уже гнилое. Яблоки надо будет спробнуть. Что-то гниет, ничего не помню, ничего не гниет. Черви, черви. Фу-фу-фу. Бросим на пол. Вот сколько яблок, ничего. Яблочный год. А мне, говорит, дождик грибной. А мне яблочный. Снова картошечка. В прошлом году Лена Политыки насадила здесь картошечку. В этом году я даже не знаю, кто садил. Пока я ездила в лагерь, все мимо меня прошло. О, а тут побольше бахча. Вот она. Наверное, арбузька полосатый. Хотя нет, нет, не арбуз. Арбуз другой лист. Это таки тыква растет. Придет Золушка, возьмет тыкву на карету. Малина. Вау, малиной угощусь. Есть охота уже. Ну какая-то. Знаете, хочу не обидеться. А я тут дрожки раскулачу. Вот это я нашла урожай. Ням-ням.
Ну, походили мы, конечно, много организаций. Ох, нелегкая эта работа. Везде в приемных. Ну, заявления наши взяли везде, где мы были. В прокуратуре. Сейчас как называется аппарат по правам человека. У нас в Барнауле такой аппарат есть. Потом что-то по труду и социальной защите. Туда даже зачем-то Господь расположил сердце Игнатия Тихоновича. Мы занесли. И туда. Так, где еще мы были? А, у губернатора. Так. А, в президентской приемной были. В КПРФ даже были. Глядишь, коммунисты нам помогут. Помогут. Укажут нам помощь. Все, слышу голос Игнатия Тихоновича. Сейчас я ему молили. Он обрадуется-то. А, в «Единой России» мы еще были. Пойду гляжу. Вау. Игнатий Тихонович голубя с собой. Он у меня вырос. Принес. Ну-ка. Какой здоровый вырос, а. Он летал, у меня из уха клевал. А глядите, что я вам принесла. Смотри. Угу. Я его сейчас за ножки возьму, показать, какой он. У него, видишь, какое черное, коричневое пятно здесь. Той. Закрылышки. У него дети только что вывелись. Я его сейчас вышел. У него это самец, вы знаете? Из детсадика вышел. На, подержи. Я вам малинки принесла. Ну, съешьте, ладно, малинки. Я не хочу, я аппарат возьму. Давай-ка. На, подержи так. Хвост не оторви, держи крепче. Конечно. Я уж с вами научилась с голубями. О. Ну, будешь меня целовать? Будет. Кто-то семечки, а там берег, не знаю как. Полностью мешок высыпали. О. Он хочет улететь, давайте отпущу. Давай. Он прям, давай. Летит. Отпускай. Ну, летит. Вон он домой летит, царей. К детям своим. Ну что, поехали? Поедемте. Он вырос у меня в комнате, вывелся в комнате. Вон они на крыше сидят. Армия какая. Я пойду сумки наши заберу. Ну, в общем так, 25-то есть примерно. Все, уходим. А вот это что за цветы такие белые? А я не знаю. Ну, хорошие. Симпатичные. Вот это полное здесь. Если там пить негде, то голуби здесь. Если ниже будет, то они погибнут. Она должна быть закрыта. Тут это было шифер, уже нету, утащили. Понимаешь, вот я никогда не соглашусь. Вот люди приходят на один день и сразу начинают хозяйничать. Где вот здесь лежал шифер, закрывала вода. Закрыта нету. И вот хозяйничает хоть маленько, чтобы шторки оторвать, постирать, дырки в них сделать. Нету, шифер лежал закрыто, нету, все. Ничего не могу сказать. Пришла чья-то кошечка тут. Он меня знает, наверное, не уходит. Ну, пошли.